Духовному развитию и церковным предметам в крае детей сегодня обучают единственное образовательное учреждение в Краснодаре и одно из крупнейших на Кубани – Русская православная школа при храме Рождества Христова. Ее посетил губернатор края Вениамин Кондратьев. В условиях православного воспитания ученики обучаются с 1 по 11 класс. Глава региона пообщался с детьми и преподавателями. Помимо школьной программы, воспитанники посещают военно-патриотические кружки. Также губернатор оценил выставочный зал, где детям рассказывают о символе веры, духовных истоках Кубани и истории возникновения краевых храмов и соборов. Мы сегодня находимся, я бы сказал, в полноценном таком образовательном комплексе абсолютно духовного нашего православного христианского воспитания. И это сегодня важно и необходимо. Вот таким образом не просто привели детей в храм, не просто рассказали им и успел, не успел, все, следующая тема. Вот здесь глубинный, я бы сказал, подход к осмыслению корней. За создание такого духовного центра, который сегодня объединяет молодежь, Вениамин Кондратьев поблагодарил настоятеля храма Рождества Христова отца Александра. Сегодня в школе обучается около 150 детей.